Ну-ка, подержи, а. Во. Дай-ка. Не получится. Тупик. Безвыходное положение, а также вообще то, что не имеет перспективы дальнейшего развития. Толковый словарь русского языка. Странно, что тут было, я не пойму. Главное, тросик есть, трубка. Тросик, главное, тросик. А что было тут? А кто дырка там? А может, флаг был, висел? А может быть? А нет. А, да, может быть, что-то. Ладно, тогда. Сейчас мы сделаем. Опять лестницу надо тащить. Если 4 литра заправлю, то до Санкино доеду, даже дальше. До Ельничной, с Ельничной, ну литра 3 съест. Сейчас посмотрим. И дрезинка, и пионерка, и беда. Раньше же как-то на мотоциклах ездили по ягоду. Отсюда еду. Один встретился знакомый. Пока тут разговоримся, пока снимаемся. А у них все время вот там. Там выпьешь, там выпьешь. Пока сюда доедешь, 5-6 человек встретишь. Все. 5 пионеров, 5-6 пионеров. Встретишь по дороге. Каждый пустой, каждый пустой. Сюда приедешь, как поставил, что поставил. На дрезинке-то проще ехать, чем поездов ждать дать. Что поехать на рыбалку? Он даже заболеешь вот на той Ельничной. Там нету ни больницы, ничего нет. Срочно надо сюда везти. Пока тепловоз. А еще тепловоз дадут, не дадут. А если где-то Березовки, а то там вообще оттуда ничего. России нету. Я его себе на море беру. Потом я сам себе вылазь. Я вышел, ничего не буду. Потому что ничего не будет. А вот знаешь, не буду. А что? Потому что государство, я сам. Участковый приезжал. Сказал, что вот до Нового года, скакалейка, выезжайте, до Нового года дорогу прикроют и снимут. А если мы не поедем, куда мы поедем? Куда нам ехать? Кто тут остался? Вот только у молодых, то у кого дети, что им в школе учиться надо. Две семьи у нас тут, ну, считай, три. Зарастет все, как была тайга, так и была тайга. Это еще предсказывали еще старые, священник этот один был. Вот ломик маленький этот. Идешь до линии, тыкаешь, раз попал, а рельсов-то много валялось. Этих накладок, раньше ж путейцы как, кучу вывалят вот этих накладочек. Они целые кучи, тоннами. Ну, привезут вагон его, вывалят, и те потихоньку растаскивают. Можно и за целый день сколько не набрать, а можно и за час набрать это все. Вот как мы раньше по металл ходили, так если мы найдем эту кучу, ну, этих накладок или подкладок вот этих, а там бывает по 1,5 тонны, а бывает, ходишь целый день, найдешь там 100-200 килограмм. Как попадешь?
по 2 рубля принимали, потом оно выше, по 3, ну в среднем по 3 рубля, так 3, ну 5 тысяч. Я его выброшу. Пошли. Все было в России, сейчас тут другая власть. Тут сейчас не поймешь. Власть, а что флаг будет вешать? Тут нету власти. Все один, каждый вас ставит. Сегодня только один человек пришел посетитель. А кому идти? Они приходят в субботу, все набираются, что им надо, самое необходимое, все сразу набирают и все. Продукты. А сейчас свету нет. Что только такое сухое, что консервы. Сухое, да, консервы, потому что держать колбасу уже как вот держать. Держать нигде. Мясо уж тоже ни окорочка не привезешь, ни рыбы не привезешь, только в консервах все. Что магазин у нас ни к чему магазин надо, а сейчас лето на пионерка поехали, санки накупили. Что самое необходимое, соль, крупа, сахар. Прошлый год то смертельный был. Один мужик убился. Насмерть сразу. Двое-то так покалечилось. Выпал просто, а он быстро ехал. Спешил. А так-то много убивают. А тут вот даже комбикормом прицеп загрузил. Тесть впал прямо под прицеп и сразу насмерть. Ему, я не знаю, что ему дали. 2 года условного, что ли? Это дед жил, поздняк, он умер. А это тоже брат бабушки. А тоже родня. А тут тоже родня жили. Они тоже умерли. А там тоже вот Надя, Сашка жил, родственник, тоже умер. Не на кладбище лежат. Так подумаешь, никого нету. Мне все говорят, как у тебя он так тянет много. Собаки, да что, 10-15 лет, все. Ну, 20 лет, это уже, а может, тоже край подходит. Даже уже, наверное, умрет, но ничего. Я так думаю. А походу так. Она сюда, когда они грустные, вы видишь, что делать. Выйдешь на калач, то когда бабушка ходит, вот с ней разговариваешь. Дай бог, чтобы мне еще пожить. Вчера поглядела, все. Все так, все. Да. Старость, радость. Может, кто поменьше трудился, так. Ничего, я-то уж трудилась, да, все так. Все. В трудностях. Ну, бабушка, не обижайся. Мы тебя сняли. Ага. Потом по телевизору будут показывать. По телевизору будет, ну. Телевизор я уже забыл, когда я его выкинул, этот телевизор. Не помню. Я сначала черно-белый у нас был. Немножко где-то смотрели, потом я говорю, убрать его. Я как раз в церковь стал ходить. А там смотреть-то нечего, что говорят. Подняли к вам. Я как-то к брату приезжал, а потом только кнопочки щикать-щикать. Там нету ничего, там другое, там третье, там реклама, там то это. Вот деревень у нас тут было. Вот последняя деревня у нас осталась. Молодежь, это не как раньше мы были. Молодежь сейчас не такая. Пьют, курят. Раньше женщины не увидишь, чтобы женщина курила. Тем более девушки. А сейчас открытые. Открытые. Это главное колеса достать и двигатель.
А колеса стоят, ну, как раньше, 500 рублей одно колесо. 4 колеса – 2000. Одна ось стоит 1000, а то и 1000 с лишним. Ну, 1000. Две оси – еще 2000. А двигатель – 1500. Бо они сейчас дефицит. Раньше вытачивали оси. А сейчас-то нету предприятий, все сохранено, и никак не вынесешь с этого. Я этот клад заберу себе домой. Потом знаешь, куда я его делал? В болото, где клюква растет много. Класс, все. Вот, сделай. Что я взял к себе на руки. Вот. Вот так вот. Я размотаю. Вот, я его в хлад не обижаю. Заметил? Вот, вот ты. И спущу. Вот так и сделаю. Хочу, поставлю на крышу, она будет висеть, куда хочу, туда положу. Ой, пойду домой его сейчас на крышу повешу, все, вся моя власть будет. У себя дома, я повешаю у себя дома, на крыше вот, все, я сам власть буду. Пьем, да, телевизор смотрим только. Вся у нас работа, вся жизнь проходит в этом. Вот. Так вот. Я пью так, не так, что напиться. А то люди пьют, напьются и спят. А я так не люблю, я вот выпью, сижу, покурю, потом на улицу пойду, погуляю. Вон водка хорошая, знаешь, Брежнева. Ну, а те времена, что хлеб-то стоил 15 копеек, 20 копеек. Коробок спичек, 1 копейка. А сейчас он купил коробок спичек. Рубль. Ёлка-моё, до чего дожили. Вот дома сидишь, скучно, вот до того, что делать? Стакан на рюмку налью и пошел. Что делать? А, в лес хожу. У меня ружье есть. А я убиваю сразу или кабана, или медведя, я вот так хожу, или лося. Я хоть рябчика убивать, нахуй. Ну, бывает, что убью рябчика, штукну, летит, дюх, есть. Медведь есть, о, порядок, раз. Я стреляю, видишь, в ухо медведю, или в глаз, селись. А так, вручь селись, вот тяжко, слушай. Так. Вот так и живу, понимаешь. Выпить есть, ходишь, я есть, пью, не болтаюсь, не шатаюсь. Выпьешь, пошел, то в лес хожу, прохожу, то ежа принесу. Ежонка подержу дома 3-4 дня, потом обратно в лес отправлю. Она ночью не видно. Днем, как ночью, я в тарелку, а там на тарелке есть порошок, сделал это молоко, молоко, сиву пьет. А ночью опять, как щенок бегает, ежонок, еж. Ну, я потом, 3-4 дня поживет, а жалко, а потом шапку положу сюда, в лес опять уберу, то защат. Но сейчас защита идет, идут вот такие маленькие, а идем защиту и бросать их, одеваться мне куда-нибудь, вот бегают. Одного сунул, второго, и он принесу, их покормлю, а потом опять в лес унесу их, туда отправлю их.
Они дверь дома не уживаются, зайцы. Я потому что они маленькие, они потом два дня, может, поживут, умирают. Потому что они лесные. Власти нету. Где власть? Власть я сам. Так. Где власть? Совета нету. Куда идти? Ко мне. Я вот. Власть я сейчас дома на крыше повешу его так. А может выкину на... Вроде небольшое кладбище. Я говорю, друг на дружку что-то нахоронено. Вот этот крест стоит, вот могила, вот. Вот не поймешь, вот могила, вот могила. Где вот скажешь, что могила, креста нет? Вот могилка, вон могилка пошла. Ты могилки были. Может, и на могилке тут и стоим. С этой стороны вот тоже колют вон. Все. Как говорится, не 70 лет без веры бы не жили, хотя бы пускай 30 лет, и то бы уже этого бы не было. А 75 лет это большой срок. Ни одно поколение, считай, без Бога вырос. Власти нету. Где власть? В небе. А вот власть на моих руках. Потому что я сам. Нет, правда, вот так и скажи. Власть я взял на себя. Руководить я сам буду. Калач. Потому что я сам думаю. А права в моих руках. Десять с половиной килограмм. Я его давно хотел сорвать. Тогда я его снял. Thank you.